Метафизическое путешествие. Жрецы и жертвы их с несчастной думаю. Из тайн телесных нижут небеса за жизнь дремучую, за жизнь угрюмую не потеряют души голоса. Пускаясь в странствие, ребенок маленький один пытается извлечь на свет и юность пылкую, цветочек аленький, и чарование 2000 лет. Кто знает, где ему удача выпадет, и он взволнованный сожмет в руке все войны прежние, убийства дикие и возрождение в немой тоске. Как по экватору планеты солнечной рассыпет, медленно раскрыв ладонь, за сладкой трапезой порою полничной не обжигающий седой огонь. И как по веточкам жучок воинственный, взирая искоса, взбирается, жрецы на полочке загонят истину, ее от первого узнав лица. Слова без буквок волшебной повести роятся в памяти, кружат весь мир. Горит трехмерное пространство совести, во тьму доносится его эфир.